Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, ну что, сегодняшняя серия, ребят, посвящена открытию персонажей. Я вам уже говорил ранее, что сегодня будем открывать, поэтому начнем. И первым, кто это будет, ребята, это будет у нас Star Brand. Накопил я на него. Так, кто? ВНН стал первым человеком, получившим силу Старбренда и использовал ее в 10-тысячном году до нашей эры для спасения мира в составе доисторической группы Мстителей. Вот так вот, вербуем. Старбренд. Окей. Так, что у него, ребята, есть по способностям? Древний гнев. Наносит основной цели 100% урона, наносит 75% урону врагу с наибольшим показателем урона, игнорируя провокацию и скрытность. Первичный звездный удар. Наносит основной цели 100% урона, плюс накладывает замедление. Наносит соседним целям 50% урона, плюс накладывает замедление. Эту атаку нельзя заблокировать, и от нее нельзя уклониться, ребят. Вот такой у нас Старбренд. Мне непонятно одно, почему у него глаза белые. Где у него зрачки, в конце концов? Он как-то выглядит невменяемым. Ох, нифига, сколько у меня. Так, ребят, и второй персонаж — это Доктор Дум. Кстати, если кто играет, если у кого есть Доктор Дум, напишите, пожалуйста, как он, стоящий, не стоящий перс. Так, окей, наука и магия и диктатор. Повелитель технологий и магии Доктор Дум не остановится ни перед чем, чтобы захватить землю Нексус. Вот такой вот он. Ни перед чем, говорит, не остановится он. Ну, а я его немножечко прокачаю, чуть-чуть буквально. Такс. Дальше у меня, ребята, идет по планам. Так, кого мне надо прокачать для того, чтобы допустили до событий? До следующих событий. Это мне надо прокачивать. Так, сейчас мы посмотрим, ребята. Сейчас посмотрим. Ну, я уже говорил, да? Доктор Дума я получил за темное измерение. Прошел я вот. Теперь я начал, ребята, повторное прохождение. Но тут есть свои косяки. То есть пройти-то я его пройду, но... Видишь, уже пострадали двое. Команда, конечно, здесь дана не очень хорошая для прохождения. Так, а мне нужно посмотреть, что надо вот здесь, чтобы начать хотя бы прохождение. До 16-й шмоток нужно прокачать, значит, стервятник и стерео. Стервятник и Мистерио. Ну давай. Я не знаю, как я, правда, далеко уйду такими персонажами. Стервятник, Мистерио. Так, для того, чтобы вкачать, что там надо? Нам нужны вот эти штуки. Понятно, а на стервятнике что тогда надо? А на стервятнике нужен 85-й уровень. Так, ну что, друзья мои, стервятник получает все-таки 16 уровень, 16 класс снаряжения. Что уже хорошо, и это говорит о том, что мы можем его включить в отряд. Можем его включить в отряд, но это ровным счетом нам ничего не даст, потому что все равно он не будет, ребят, присутствовать пока у нас. Потому что нам нужно на Мистерио, блин. Вот где вот я возьму ему? Где вот они? Для открытия нужно сражаться. Я не могу там сражаться, там слишком высокие уровни бойцов. У меня не получится просто. Так, хорошо, там еще Кейдж, по-моему, насколько я помню, да, нужен был. У Кейджа что? У Кейджа вот эти вот, блин, слитки нужны.
85 уровень еще к тому же нужен ему. Ну давай ему 2 уровня прокачаем авансом. А, он уже может улучшиться, да? Хорошо, получает тоже, ребят, 16 уровень шмоток. Категорию. Но от него толку мало. Кейдж мне не нравится. Он ватник, его бомбят все, кому не лень. Как бы ты его тут не прокачивал бы. Вот, а помимо Кейджа, кто там еще нужен был? Давай-ка посмотрим. Ну там Мистерио, понятное дело, и... Блин, видишь, они не пускают меня, ребят. Ну, ближайший это только Мистерио. Или же вот этих прокачивать. Ну, это, ребят, пипец. Такая команда, я тебе скажу. Да. Ни туда, ни сюда. Даже если мы прокачаем, я вряд ли смогу там, наверное, ребят, справиться с ними. Семьдесят четвертый уровень. Мне максимум на 73 хватает ему вкачать. Да и тому же сорви голова, это прям вообще такой персонаж, но... С ним мы далеко вообще не прорвемся. В общем, короче, нам нужно на Мистерио искать. В нем есть, ребят, потенциал. 85 уровень. Надо Мистерио вкачивать, и тогда все будет окей, надеюсь. Так, ладно, давай мы с тобой что сделаем? Ну, награды заберем, понятное дело. Так, по припасам. Так, по припасам, что у нас тут? Намора не буду качать, крик, может быть. Ну, я серфера, наверное, или что? Или тигрицу? Ну, не Марию Хэлл, это уж точно. Давай тогда Проксиму. Вкачаем Проксиму. Так, здесь у нас... Здесь у нас снаряга. Здесь у нас снаряга. Так, открываем. Здесь тоже открываем. Так, это 14-15 категория. Давай, давай. Ой, зачем я стопку-то нажал? Давай, открывай. Так, допустим. Теперь здесь. Так, здесь 16-17 категория. Вроде бы все, да? Так, и по припасам, ребят, по припасам мы, наверное, не знаю, либо барона. Давай кул, обсидиан. Пускай будет у нас вкачано чуть-чуть. И здесь Брон. Ну, такой персонаж, если честно. Мне не особо заходит. Давай Бишоп тогда еще. Да кучи. Так, здесь у нас что в припасах? Этот Веном, ну не знаю. Такс, давай Сокола качнем. Мбаку. Да в принципе и все, больше мне не хватит на что. Так, здесь Карнейдж, Икс, Мистер Зловещий, Кристалл. Ну, по идее, мне как бы Железное Сердце выгоднее качать. Ну и тут посмотри, сколько. Ну ладно, я возьму, ребят. Опс. А, 2700 надо, мне не хватает. Ладно, окей. Так, ну здесь я уже взял Бета Рэй Билла и Призрачного Гонщика Робби. Больше я пока тут ни на что не стал тратить, оставил на потом. Единственное, что можно потратить вот эти вот, да. Вот эти вот можно прикупить.
вещи. Так, ну, естественно, которых меньше всего у нас. И в которых мы действительно нуждаемся. Так, что у нас тут? Тут тоже видно, что-то можно, наверное, приобрести. Ну-ка. И все. Только великий ученый. Здоровский. И больше ничего. Да. Жидко. Очень жидко. Так, здесь тогда давай, наверное, заберем вот этого вот парня. Ну, нормально. Здесь тоже добьем чуть-чуть. Такс. Да я понял, понял. Этапы, у нас еще этапы тут надо закрыть. Фига себе, 13. Нормально так. Здесь забираем. Я так понимаю, ребята, это уже дальнейший будет персонаж, который будет в игре. Так, тут у нас... Угу. Забираем это все. Тут пока у нас ничего не открыто. А вот это, я так понимаю, ребята, это следующий персонаж. Пакт зависти. Открою. А, это костюм черной кошки. Тьфу, я думал, что это персонаж какой-то новый будет. Нет, это, ребят, просто костюмчик, который должен сидеть. Главное, чтобы костюмчик сидел, да? Как в песне. Так, ну и здесь я тоже потрачу, потому что, ну... Девать нам все равно это некуда. А так хоть какие-то ресурсы. Ну и, ребята, опыт. Кстати, скоро мы получим 90 уровень. Там остается совсем, по-моему, маленечко. Совсем чуть-чуть. Так. Здесь я тогда пытался пройти. Думал, почему я не могу пройти? Ребята, вы посмотрите. Уровень врагов. 270, 269, 280... Второй. Конечно, я тут не пройду, блин. Так, а это что у нас? А, ну это вот, последний, да? Конечно, там не пройти. Почему я, ребят, не дождусь, когда третий этап? Потому что мы так с тобой откроем очень быстро паучиху-ткачиху. Вот, в принципе... Для чего надо быстрее, как можно быстрее, чтобы открылись и проходить. Паучиха, ткачиха, она будет в команде с этими, с паучками нормально себя чувствовать, я думаю. Так, здесь забрали награды. Сколько нам, интересно, для уровня не хватает? Давай посмотрим. Буквально, друзья мои, 2000. Ну, это вообще ни о чем, если честно. Так, что у нас там в налетах? Давай, наверное, тоже здесь. У нас уже пройдено. Я просто, ребят, хочу набить себе вот эти вот кредиты. Ну и, может быть, получим какую-нибудь наградочку. Ну давай, 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 быстрее. Что там? О, сотка сразу. Сотка, ребята. Это говорит, что мы с тобой можем... пойти сейчас и приобрести еще карточки на персонажа. А такое редко, ребят, бывает, что прям сотка. Обычно 19, 20, там 15. А тут сразу же соточка. Нормально так прилетело. Давай, давай, давай. Сейчас все добьем. Всю энергию. Так, 24. Вон. Наследие удара получили. Тоже неплохо. Так, сейчас тут мудильник вырублю, а то зазвенел, как говорится. Ну, потому что, ребят, сегодня я говорил вам, еще ночная смена у меня будет одна. Завтра уже будет выходной. В плане... Ой-ой-ой-ой-ой! Какая симуляция-то? Твою налево, блин, там написано опасность. И все равно вырубили, прикинь.
И все равно вырубили. Несмотря на то, что враг был сильнее меня. Так, ну что, я здесь, наверное, вот это вот возьму. Сюда качаю. Такс. И припасы у нас еще есть, да? Одна возможность приобрести. Давай на страйф потратим, фиг с ним. Пускай будет страйф. Это ерунда. Кстати, джубили, ребят, я полностью прокачал. Я прошел события на нее. Так что теперь она у нас фулл звезды, насколько я помню. Имеет. Так, что тут у нас? Так, здесь забрали. Ага, ну давай. Так, чудовище. Самурай серебряный. Понятно, это морда. Ай. Спасительница. И пузырь. Спасительницу, естественно, разбираем. Излишки карточек. Продаем их. Модули. Нормально. Так, здесь все. Здесь у нас, друзья, ну давай. Улучшенное снаряжение. Улучшенные материалы. Ага. Ну, здесь я, само собой, вот это беру, потому что нет, ребята, смысла здесь получать звездность. У меня все персонажи там уже 5-6, а этот, по-моему, от 1 до 4 звезды дает всего лишь. Так что нет резона. И, кстати, вот это надо еще приобрести. Выкупить все полностью. И за 8 надо вкачивать будет нашим бойцам. Так, 1 миллион, понятно, там 1,5 ляма почти. Так что могу себе позволить. Окей, так, а здесь? Ну давай на сдерживателей возьмем. Так, вроде бы все здесь, да? Пока. Опять же, пока что-нибудь, что-нибудь не сделаешь и что-нибудь да не получишь. Так, в рейдах я еще не был. Но, по-моему, там у нас не обновлились. А, нет, вступить. Сейчас вступим, пройдем. Ну, давай, давай, давай. Давай сюда. Так, вступаем. И начинаем, наверное, вот отсюда. Потихонечку. Вы издеваетесь? Что это за команда труфиков таких? Дай мне нормальных персонажей взять. Так, ну что, симуляцию, погнали. Разорвали, красавчики. Так, следующий. А, ну, здесь вот этого заменим вот так. Этого заменяем вот так. Гамору заменяем вот так. И вообще Америку мы заменим лучше вот так вот. И вот здесь мы заменим вот так. Так будет, наверное, поэффективнее, мне кажется. Будет лучше команда. Ну... Так, рвем, да? Рвем их. Давай сюда пойдем. Ну, бог с ним. Поехали. Я думаю, что они справятся. Должны. Откуда они открывают костюмы? Где они их вообще берут? Так, ну что? Давай гравитона попробуем наказать. Да, по идее, должны завалить такой командой. Конечно, завалим. Так, теперь сюда.
Это, по-моему, последняя энергия, да, у нас была? По-моему, последняя энергия, поэтому... Последний бой. Да, ребят. Так, стоит ли мне заходить? Ну, давай зайдем на следующее еще событие. Я там, конечно, много не побегаю. Друзья, напишите мне, пожалуйста, про Дума. Как он, как персонаж? Стоит его вообще вкачивать или нет? Такс. Ну, сам видишь, команда здесь не особо суперская. Ну, здесь, наверное, победим, а вот дальше. Первую битву победим, вторую победим. На третьей, скорее всего, сфейлимся. Скорее всего. Ну, сейчас посмотрим. Годовщина удара, персонаж Пустельга. Открывает костюм. Я тоже бы все... О, видишь, уже, ребята, уже сфейлились. То есть, вот здесь уже... Здесь уже не пройти. Да, здесь уже меня раскромсают. Как пить дать. А раньше, я помню, ребят, когда вот игра только вышла, ночная сиделка... Был крутой персонаж. Это сейчас она вообще ни о чем. А раньше, да. Раньше она была в каждой группе, потому что она очень здоровски лечила отряды. Но тут уже понятно, что через 14 минут, ребята, у нас закончится война альянсов, и мы получим награды. Противник нас уже там не догонит никак. Как бы он ни старался так купить припасы, я еще этого не сделал. Удивительно. Удивительно, что я еще не купил припасы. Сейчас тогда купим. Задания-то эти надо выполнить. Глядишь, и левелап сегодня тогда получим. А левелап у нас будет какой? 90-й. Там не хватает совсем чуточку. Так, ладно, давай двигаться дальше. Так, и за 8 нам нужно и... Ну, и за 8 сразу смотрю, ребят, по вот этим нижним характеристикам, по изовским. Так, ну что ж, ведьма, давай, бери. Очень даже неплохо. Вкачали малька. Так, подожди секундочку, я хотел этому, где он у нас? Я хотел Мистерио. Вот так вот. Опа, опа, а у него, друзья мои... А у него улучшение уже идет. Прикинь. Красава. А это говорит о чем? Что мы с тобой можем сейчас выступить. Прямо вот сейчас, ребят. Прямо сейчас можем пойти и... А, великий ученый. Я думаю, что это тут за хламон. А это великий ученый у нас тут, ребят. Вот так вот он оказался здесь. Этап завершен, золотая возможность. Такс. А, я что хотел-то, блин. Так, смотрим, ребята. У нас на Громе и на Магнета. Ну, давай на Магнета, наверное, тогда поищем. Такс, где у нас тут? Вот, тем более тут не так уж много надо-то ему. Уже нашли. Так, объединяем. Дальше идем искать. 66 из 180. Окей. Так, здесь. Да что ж ты будешь делать-то? Вот, вот, еще, значит, нашли, объединяем.
Так, и последнее. Точнее, предпоследнее. Нет, здесь уже тратится то, что мне не нужно. Но пока и этого достаточно будет. Теперь ищем для прокачки. Блин, железное сердце надо бы, конечно, мне как-то, ребят, прокачивать. Решил сердце прокачивать и сокола. Ну давай на карателя, фиг с ним. Ать, каратель не может. Серси тоже бы надо, конечно, как-то вкачать. Блин, за Полярис нужно выполнить. Надо выполнить, чтобы я мог ее искать. А для этого нужно на 3 звезды выполнить задание, а у меня не выполнено. Надо же. Так, Канг у нас тут. Получил кое-что. Вот, ребята, Джубили. Видишь, максималка. Вот мой ястребок, соколок. Соколок, ястребок. Так, подожди, что я тут бегаю? А, вот, давай чудовище попробуем сейчас, ребят, вкачать. Карточки на него, оп. А вот и все. А вот и шикарно. А вот и замечательно. Так, ну что, а, существо, чудовище я его называю. Ну что, ребята, он тоже вкачался у нас по максималке. Прекрасно, это из фантастической четверки, если кто не знает. Персонаж. О, да, мы еще сокол с тобой же. Ой, как хорошо. Как же, ребят, хорошо, когда у нас бойцы вкачиваются. Так, здесь улучшение. Ну, 6-й уровень снаряжения, конечно, это ни о чем, ребят. Но, тем не менее, все равно приятно. Так, Крейвен. Фотон. На фотон, ребят, совсем чуть не хватает, чтобы ее тоже прокачать. Там не хватает буквально 7 карточек для вкачки. Так, лунный дракон. Давай Кабу, наверное, тогда еще. Или как там его? Нобу. Кабу, Нобу. Давай автопобеду еще. Отлично. По-моему, здесь... А, мы можем красный череп найти. Он же у нас открыт, по-моему, да? Ага, открыт, конечно. Не могу я его искать. Давай, улучшайся. Капитан Америка, Сэм. Этого что ли искать? Что-то не хочется мне как-то его искать-то. Вон, Кейт Бишоп лучше найду. Кстати, что-то не особо популярный персонаж, я смотрю. Мало где, в каких боях я ее вижу. Только, по-моему, в новой... В этой... В новой Люди Икс, или как она там называется. Нет, она не к Людям Икс, она же к этой относится. К старой группе, старой команде. Извращук. Так, ладно, купим припасы. И, в принципе, ребята, тут уже... Тут уже будет все. Так, припасы. Возьмем здесь. Так, вот это возьмем. Возьмем тут. Так, 3 бутылки. Вот это, всего, что мало, ребят, то я в основном и беру. Я так теперь делаю. Так, подожди, нет, это мне не надо. Ну, давай вот это еще возьмем.
Так, в принципе, все. Забираем эти награды. И я хочу, ребят, попробовать, справиться ли... Да хрен один справится. Особенно эта ночная сиделка там, блин, подлезет. Мистерию, да, Мистерию еще хоть что-то может сделать там. Остальные просто сдуются. Кстати, у нас здесь... Да, хватает, хватает что-нибудь приобрести. Ну, давай возьмем, фиг с ним, с того барона. Не особо он мне, конечно, нравится. Барон. Ну. Все. Купить припасы, выполнить все ежедневные цели. Угу. Забираем здесь все. Блин, всего лишь 5, ребята, да? Тут 15. Блин, какая же несправедливость, а, все-таки? Сколько там вообще, да, ребят, под ацелам остается? Просто под ацелам. Так, здесь забрали. Здесь всего лишь одна награда. Так, тут 3. Ага, наследие удар. Что это за шлем? Шлем пустельги. Получи шлем, чтобы заработать очки события 6-й годовщины. Его можно получить за участие. Ну и где? Куда я эти очки, ребята? Годовщина удара. Вот видишь костюм пустельги? Я такой же костюм получил на Фьюри. Годовщина. Но где его взять, ребята? Я его думал, что он в костюмах там будет. Нет, не было его. Вот здесь тоже, ребята, видели? Кристалл. Вот, смотри. Где он тут? Вот. Астральный метеорит. Получи астральный, который принесет очки события на заре времен. Какие очки? Куда он? Что он принес? Нифига, ребят. Может быть, вот здесь то, что он принес мне очки? О, 100 кредитов, друзья мои. Слушай-ка, 100 кредитов. Это значит, что мы сейчас можем с тобой... Блин, тут на одной прокачке можно зависнуть и все. Так, что я хотел сделать? Блин, тут можно... Хорошо сейчас прокачать какого-либо персонажа. Пустельгу, может быть, качнуть. Там какой нужен уровень ей? 90, по-моему, да? Так, здесь понятно. 89-й, ребят. 89-й уровень ей нужно. И она прокачается у нас... Какой у нее там будет уровень шмота? 17-й. Ну, ты сам видел, сколько дорого стоит прокачка на нее. Дорогущая зайка. Но зато пустельга мне нравится. Особенно своей массовой атакой. Так, что у нас там? Ага. Я говорю, я так не дойду. Я сейчас вот... Вот так вот постоянно, ребят, происходит. Как начнешь получать кредиты всякие и тому подобное, все это тратишь, 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 очень много времени на это уходит. Это бесспорно. Так, садишь дополнительные материалы. Давай тоже мне доп. Материалы эти. Здесь-то что опять? Хм. Ну давай, 5 красных звезд, может, фартанет кому-нибудь. У Фьюри уже 7-я звезда, поэтому ему просто не... бесполезно это было. Если бы был бы какой-нибудь другой персонаж, да, было бы круто. Получил 7-ю звезду. Все, давай попробуем все-таки забежать. Быстренько хотя бы глянем, ребят, как у нас произойдут дела. Как битву он потянет, не потянет.
Мне самому интересно глянуть на это. Так, конечно, команда еще та. Ну, ничего лучшего, ребят, я пока здесь поставить не могу. Вот что есть, то есть. Против нас противники будут, которые минимальный уровень 115 у них. То есть сейчас будет довольно жесткое наказание. Но тем не менее, мне надо глянуть. И сколько их еще здесь будет? Вот что самое главное. 32 противника. Блин. Чуть-чуть поменьше сделаю скорость пока. Мне нужно, ребята, вот эту вот ханыгу уничтожить. В первую очередь. Да кто же бомбит-то там этими? Не могу никак понять. Надо спасительницу бомбить, иначе она тут пробафает всех. Это будет вообще не очень хорошо. У них тут очень много в этой команде лекарей. Оу! А, тьфу ты, это двойника мистерия. Я же думал, самого мистерия уничтожили. Так. Очень много, ребята. Игру ты здесь... Как мы видим, причем не один, их две штуки. Плюс эти белочки тут. Ну и, соответственно, эти стрелки. А, у него еще вон там он. Сердце это. Да-да-да-да. Зашибись, да, наяривает, ребят? У меня нет хорошего медика здесь. Меня сейчас разложат. А у них, да, у них вон. Иммунка и тому подобное все. Ну, массовых атак очень много. Все, гоблин уже отдуплился, ребят. Смотри, у них сокол, этот тут, блин, солдат. Фрейрок, блин. Нереально. Пипец, просто разнесли. Сейчас мистерию отдуплится. У него два солдата с массовыми атаками, ребят. Плюс этот капитан, сокол точнее. А я Грута до сих пор не могу завалить. Почему у них 31... А, вот, обновилось. Я уже, блин, хотел завозмущаться. Делает-то стервозы это. Видишь, защиту, усиление делает паршивец несчастный. И лечится, отхиливает это бомжара, блин. Да нет, бесполезно. Ублюдки несчастные с своими массовыми атаками. Ну все, ему хана. Тут у него остался хп на один плевок. Печаль. Долго я, конечно, здесь буду, ребят, пробиваться. Очень долго.
Офигеть, Грут, хилка это с белками, блин. Ну, как-то хотел. Думал, все будет легко и просто. Нет, не будет. Даже не мечтай об этом. Ну, да ничего, все равно рано или поздно, ребят, пройду я этот этап. Никуда они от меня не денутся. Естественно, придется прокачивать их там как следует. Полярис. Блин, мне надо пройти как-то... А, тратить, не хочу тратить. Мне надо пройти на 3 звезды, ребят, чтобы ее можно было спокойненько это... Как сказать? Спокойненько получать, фармить. Так, все, да, получается. Дрожь. Правда, говорят уже некоторые, что вот эту паучиха-ткачиха потеряла былую, так сказать, мощь и славу, которую она имела раньше, на заре ее появления сейчас. Ну, не знаю, мне попадались команды, где она вроде бы очень даже неплохо себя проявляла. Шустрая гадюка. Так, улучшение. Давай, Карнейдж. Ой, Карнейдж. Карнак. Магистр. Болевые точки. Он у нас типа какого-то уличного бойца, уличный бомж-боец, скажем так. Ну, выглядит он как бомжар, если честно. Да и все пока, ребят. Потратился. Блин, конечно, там запарюсь проходить, честно. Такой командой. Надо вот что пытаться проходить. Так у меня не получается, друзья. Они обязательно сюда вставляют таких персонажей, которые у меня просто-напросто не прокачаны. Меня это прям раздражает, если честно. Как будто вот специально так сделали. А, победа в войне уже произошла. Ну давай тогда награду мне. Раз победа в войне. Ну чего там? Получить мне шмотки. Получил. А, так, а здесь... По-моему, что мы... Ага, вот. Ну, не знаю, пира. Давай возьмем пира. Сильви. О, вот это хорошо, ребят. Серси эхо нам нужно. Как бы нужно. Но я зловещего лучше возьму. Все, что заработали, потратили. Буквально тюх, моментально. Да и ладно, возьмем вот так вот. Я же вроде только что недавно все это скупал. Опять обновилось уже, что так быстро. Я ничего не против, но... Быстро как-то обновляется-то. Так, и здесь. Давай. Ну что, друзья мои, наверное, все. На сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.
Удачи вам.